Hazırda biz 51 sayılı seçki dairəsinin 9 sayılı seçki məntəqəsində yəni qarşısında dayanmışıq. MDB missiyasının müşahidə missiyasının nümayəndəsi bizə indi müsahibə verəcək. Seçki barəsində öz müşahidə missiyasının təəssüratları barədə bizlə bölüşəcək. Представьтесь, пожалуйста. Я Борискин Сергей Евгеньевич, представляю такую организацию, как миссия международных наблюдателей от стран СНГ, непосредственно с Российской Федерации. Сегодня в ходе проведения выборов 1 сентября мы проинспектировали уже 11 избирательных участков. Хочу отметить, что выборы организованы достаточно на высоком уровне и в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. MDB missiyasının nümayəndəsi Bariskin qeyd edir ki, bir neçə məntəqədə olublar və yüksək səviyyədə seçkinin təşkil olunması barədə yəni, o məlumat verir və bildirir ki, Rusiya Federasiyasını təmsil edir. Все проходит отлично, да, как я сказал, на высоком уровне, в соответствии с законодательством, поэтому желаю, скажем так, успешного завершения нарушений избирательного процесса. Нарушений нет, не выявлено. Все нормально. Да, все нормально. Спасибо. Спасибо.